На то в хату, господа. У микрофона Данте, и сегодня мы продолжаем играть в God of War 4. Это же правильно, четвертая часть. Ладно, мы остановились на том, что мы помогли гному найти молот, который лежал в сокровищнице его брата, условно говоря. И то, что по сюжету нам нужно пойти в сокровищницу Тюра, по-моему. И мы сейчас направимся по сайд-квесту, потому что доп-квестов, кроме как побегать за призраками, ничего нет. Наверняка могу летать. Нет, нет, богам тоже нельзя сходить с тропы, поверь мне. Прикольно. Как думаешь, да пошли сюда, малой. Итак, что нам известно? Бальдер, без сомнения, лучший следопыт Одина. Если ты нужен ему, то, вероятно, нужен Одину. А вот чего хочет Один... Это я знаю довольно. Опять не могу Ешку нажать, да что ж это такое? Он повелитель асов, но его власть не безгранична. И те места, каких она не достигает, привлекают его больше всего. Уж мне-то он флеш проел на этот счет. Наконец-то загрузка прошла. Но гномик уже тут как. Ох, пизда. Вы там не умерли? Ребята, вы упали. Девочки, вы упали, девочки. Девочки, вы упали. Ничего страшного, девочки. Я вас на место поставил, девочки. Так, нам, походу, на лодку надо сесть. Или нет? Непонятно. Провод у мышки. Запутался. Неудобно, коротенький теперь стал. А нет. Давай еще раз. Ты о чем? Что, давайте еще раз. А, на нас же в тот раз тут, да, напали. Еще раз. Иди сюда, малой, читай. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Ну и что? Что теперь? Ладно. Надеюсь, нам сюда. Или это на выход? Я двери перепутал. Вот это я молодец. Тут вот подгрузка, конечно, анимационная. Там, блядь, смотрели уже. Что мне надо сделать, я не понимаю. И что? Иди читай. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. Ну и что? Мне нравится. Не я ли это написал? Так а что мне сделать? А. Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. И что теперь? Ты что-то писать сейчас будешь? Мёрф. Да. Что-то нашкрябал. Ты заебал, малой. То, что ты бог, не дает тебе права убивать невинных. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем. Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. Дура, блядь. Вот мне тоже так кажется. Приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Ух ты. Как Тюр. Его правда все убили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Огонь, ля, прекольно. Я даже и не знал. Войны, а не начинать. Интересно. Хорошие боги. Изредка встречаются, да. Ну, с топором надо, ну-ка. Да, ну правда, ты мышь, это вот этот сильный удар. Налево это с разворота. А с клинками. А с клинками ничего не происходит. Ого, я так умею. Если зажать левую кнопку мыши, вау. Надо запомнить. А если правую? А, это типа, я понял, подбросить.
приносили ему дары по всему миру. Осуждаю, буквы такие вот эти вот вонючие. Осуждение максимальное. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал. Дерево. Он считал себя ответственным за те страдания, что он причинил Один. Полагаю, прикольный удар, надо запомнить. Что левую кнопку мыши надо зажимать. Именно. Это походу как на топоре вот это. Явно было сделано совместно усилия Тюра и великанов. Так, где нам идти? Сюда. Голова, где черная рука? Не знаю, никогда тут не бывал. Ничего себе. Гарри, мы на месте. Хранилище Тюра. Не словить надо или что? Кольцо какое-то. Еще кольцо. Еще кольцо. Звуки летающих челиков слышу. Или это кольцо? Думал, что все так просто. Нет. Да полезли наверх. Что теперь? Не знаю пока. Наверх полезем, там посмотрим. По-моему, тут надо квест какой-то разгадать с кольцом. Камни отпадают. Вот это я не люблю в играх. Мне всегда кажется, что это на время. И что потеть надо. А ну прочитай. Я пока посмотрю, что тут. Тут еще одна зала. А тут что? Ты ебать, тут золотишко. Ты не хочешь взять Акратос? Решать проблемы головой, а не ногами? Вот это по мне. Это хилочка. Хилочка мне пока не нужна. А, с этих сундуков падает рубленое серебро. Прикольно. Так, надо скинуть цепь. С короткую активировать. Ага, ну понятно. А как успеть-то? А что делать? А как какать? Непонятно. Ну вот идет кольцо. А где большая? Вот эта штука, вот она. А она снизу. Геморрой, Евич. А точно нам сюда вообще? Так, ну нам надо походу вот этот воздух или ветер, как он называется, взять. Не особо интересная веселая часть игры, вот это вот. Тут что? Брат, это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Да вот а они. Чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Да. Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. Не без помощи Брока. И Брок там был? Я... Ну... Потом обсудим. И мед с пивом пил. Блять, а что делать? Трума! Иди возьми что-то. Артефакт какой-то. Самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что теперь... Где? Вот. Открыли какую-то тему. Еще бы понимать, что именно. Ага, с этой стороны. Только одни ворота мы открываем, правильно? Гостям не рады. Та-да. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика.
сейчас, сейчас, сейчас. Ух, ебать. А как? Да ебать. Прикол какой-то. Реально тихо. Чуть не сдох. Посмотри. А на превьюшку не хочешь? Кинематографичные такие снимки получаются. А вот и сам Кратос с клинками хаоса на вазе. А лучше даже, может, вот эта вот картина. Как-нибудь вот так пусть будет. Может вот так. Что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Атрей, у тебя слишком маленькая головешка, понимаешь? А тут что? Видно что-то очень важное. Это из страны песков, что очень далеко. Да не очень. О да, там их очень-очень много. Они злые? Все боги злые. На этот вопрос не так просто ответить. Статуя нахуй. Опа, что нашел? Печать сняли. А куда идти? Сюда. У меня хпшек, правда, нет вообще. Ух, ебать. Так, надо подпотеться, потому что хпшек нет. Так, ну третий левел-то быстро убивается, я забыл за Атрея еще, кстати. Меня убил кто-то. Я не буду... А, у меня камня тем более нету. Я его не закупил у Брока. Какой же я молодец. Какой же я молодчик. Вот это я молодец. Так, Атрей, стреляй. Ой, хорошая вот эта способность, когда левых на помощь зажимаешь. Тихо. Ой, нормально, нормально, клиночками просто ауе уроном всех режем. А, они же дальние от... Ух, ебать, тут еще и эти хуйни. Ебать, а что у вас так много, мужики? Вы чьи будете вообще? Ага, хилочку вижу. Ух, ебать. Тихо. Топором что-то махать я начал, ну не важно. Главное, чтобы урон вливался, я считаю. Давай, Атрей, продолжай. Оп. Троечка. Четверочка.
Двоечка. Троечка. О, ну это уже геймплей какой-то ощущается уже с клинками, с двумя видами оружия. Не с одним вонючим топором этим. Нахуй. Так, ты, блядь, там что выебывайся? Я не понял. Оп! Они становятся сильнее, ну да. Мы а тоже. Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прям ну нет. Изменения. Наверное, тебе просто нравится. А чё его взять не могу-то? А ну еще раз круг сделай. Во. Быстрее, быстрее, быстрее. Куда, дура? Ебать. А Трей, блядь, хули ты не стреляешь? Ты же видишь, что мне пиздов дают. Прыгнуть, что никак. Классно. И как какать? Вообще непонятно, блядь, что делать. Ой, блядь. А, ее сверху можно остановить. Оп. Оп. А я тут думал, те пилы были страшными. Да не, пил это такое. Смотри, еще. Волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. Атюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Ну да. Логично. Ладно, я так понял, нам нужно следующий ветер сюда принести. Разве тебе не нравится все это? Быть богом? Нет. Ходить приключения в новых мирах? Нет, не нравится. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? А может, ну, кольца так сойдутся, чтобы я мог взять их? Что, реально со второго этажа надо? Да-да. Реально. А где тут скоротка была моя? Куда она делась, эй? Что за хуйня, блядь? Спейс. 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 Так, ты, блядь, полезай оттуда, куда вы, откуда вылез. Ой, там вон еще сзади кошмара мы угнетаем. А ну нахуй, блядь. Нахуй, говорю. Блять, еле успел. О, блять, достал, 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 хорошо. Блять, эти кошмары, конечно, это пизда. Вот самое бесячее, что есть в игре, это кошмары. Да выстрелни ты в него еще раз. Рубленное серебро. Так, а как? О, блядь! А где ты на... А еще враги? Я думал, уже конец. Нихуя себе, это как я нажал? Смотри,
Да я понимаю, что это ловушка. А как бы мне успеть туда спуститься? Я не понимаю. А. Я понял. Да в смысле? О. И теперь вниз. Не сюда. Мимир, я знаю, что это умно. Так. Блять, эти долгие спуски. Шарлокохомьем пахнет. Если вы понимаете, о чем я. Где? Вот. Сюда, 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 сюда. Ляп. Давайте, враги. Я вас жду. Не хотите, как хотите. Рунный камень опускается. Что такое? Ловушка. Отец! Мальчик, уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! И в топ-3! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Хати серебряный гонится за луной. Сколь золотой гонится на солнце. Когда не сидит солнце и луну, будет Рагнарёк. Будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец! Луна налево, солнце направо. Ага. Луна налево, солнце направо, это хуйня посередке. А как? Луна налево. Так, сейчас. Левый. Не-не-не-не. Вот. Средний рычаг. Вот. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, видно посередке. Вот так вот. Средний. Вот так вот. Да куда ты так далеко его? Средний рычаг. Я понял, сейчас. Ну давай, давай, быстрей. Теперь вот так, средний. Ну быстрее давай. Луна, мир под солнце. Луна, мир под солнце. Да нет. Правый рычаг. И теперь средний. А, и так нормально. Отлично. С первого трая просто. Не зря в Шерлока Холмса играл. Не останавливается. Зачем эта большая цепь? Отец, над тобой. Ебать, тут тюр приколов оставил. Ну, что-нибудь придумай. Что, мне надо нажать что-то? Её нож? А как ещё? Не вышло! Почему не вышло? Да, вышло вроде. Молодчик, малой. А куда идти-то? Выломать нахуй. Что мне показывают? Все получилось. Да, посмотрим, что приготовил для нас. О нет, защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. Согласен. Вот она, мы ее нашли. Катсцена началась. Ножа нет.
А когда Кратос его забрал? В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя. На будущее. Так а зачем Кратосу такой маленький нож? Непонятно, непонятно. Я теперь мужчина? Ну, нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Смотри мне. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда, но управляет им это. Он не знает, что такое сердце и мозг. Дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Так, продолжаем. Идем. Идем. Дрейва. Ля, как он маски быстро расколдовывает. Что это такое? Камушек какой-то. Пусто. Стой! Снежинка. Огненная хуйня. Руна, ты ее видел? Да. Ты уверен? Уверен, точно. Хорошо, целься в лицо. Ух, ебать. Подожди, их тут двое? Нихуя себе. Поэтому урона так хорошо вносим. Пока он там АФК втычет. Я не знаю, что вообще происходит здесь. Что-то как-то прям... Ага, этого не берет, походу. Ебать, это что? Ослепляющие в какие-то, блядь, камни. Значит, нельзя остановиться, я понял. Тихо. Бурхуль-воль, может пора? Ой, как же стрелы ебашат. О, вот это молодец. Так, пусть он там пока втычет. А ну, блядь, слышишь ты? Хуй. Поговорим с тобой на языке боли. Ой, а где дэмэдж? Что вообще дэмэджа нет? Тихо. А ему типа... Да, я могу урона не наношу, я понял. Ну, блядь, давай теперь я. Хуйня ебаная. Тихо, да, блядь, не врезайся ж ты в камни. Ну и громадина. Ну мы же боги. Видал я и побольше. Так, пепельный Грендель. Наверное, он был братом того второго Гренделя. Или прозвище пепельный, почетный титул, принятый у огненных троллей. Как мало мы знаем об этих существах. Но думаю, самое главное нам известно. Все не хотят нас убивать. А потому их надо убить первыми. По крайней мере, так считает папа. Жалкий тролль. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Ярость Тартара. Поставим. Может, улучшить сразу же. Да давай улучшим. Пламя хаоса, а еще клинки можно улучшить.
Хорошо. И что это у нас? Ой, нормально. Прям не стыдно. Доступно улучшение клинков. Пламя хаоса. Ага, понятно. Че оно тут светится? Что за хуйня, блядь? А, надо, чтоб ты подошел. Что-то он на песке там ковыряет каждый раз, вообще как подпало. А оно у него все работает и работает, что-то странное. Наша цель так близка. Сядь. Ля, рукоятка у меня светится, прикольно. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. В Харьковском море, что ли, находится остров? Лемнос. За окончание пути. Можно? До дна. Пахнет тухлыми яйцами. Девочки, вы чуть снова оно не упали. Скисло? Кто знает. Не, вино, оно чем дольше стоит, тем лучше, да? Или нет? И нахуй ты ее разбил. Запись хоть идет? Идет. Ля, нам путь открыли. Та ты шо? Сказка. Он такой смешной под этим светом. Почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Да. Просто ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты ну, как сказать? Злых, да? Да. А вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. Ты чё, блядь, с Мимиром как базаришь? Ты говоришь совсем как твой отец. Готов? Готов. Идем. А мне понравится быть богом. И что они хотят от меня? Выполнена черная руна. Надо к гномику сходить. Вернитесь на вершину. Хотим. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великана. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резерв по назначению. Нужно. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Так, я могу и коготь, и клинки хаоса лучше, да? Мифическое плечо защиты. Дает кучу защиты, но не дает... Опа, плечо истинного воина. Вот это дяде надо. Ну обаяние, конечно, тоже защита. Но зачем испытывать судьбу? Так, это хороший наплечник. Эти все в минус идут по силе. Хорошо, броня для рук. Во. Бля, оно все такое дорогое. Перчатки истинного воина выбрать. Броня для бедер. Ставим. Выбрать. И остается броня от Рея. Легендарное рунное деяние. Поиск камня здоровья. От Рея, когда находит камня здоровья при ранении Кратоса.
Ну да. Надо эту тему купить. Выбрать. Тут вообще прям попусковичи какие-то есть. Добыли чего? Улучшить. Клинки хаоса. Так. Талисман. А, у меня еще защита Егиры стоит. Я и забыл об этом. Купить могу чары какие-то. Создать легендарные чары. Создать редкие чары. Ресурсы. А зачем мне покупать? Мне надо купить камни. 10 тысяч. Превосходный за пятеру купим. Думаю, хватит. Продать. Просто, блин. Мне не нужна эта броня теперь. Артефакты. Нахуй мне эти броши. Символ храбрости, символ неотступности. Это все хуйня какая-то. Стали у меня есть. Так, это просто, чтобы оно не светилось, что что-то новое. Что-нибудь для мальца? Не. Не сюда зашел. Коготь. 45 тысяч. Я лучше ее улучшу, броню себе. 45 тысяч, блять, лук улучшить, вы чё, ебаный лист. Лучше реально улучшить броню вот это все. Так. Ну я могу рисов попродавать, конечно. Десяточку продам, это 25 тысяч будет. Может, как раз и на лук от Рена коплю. А зачем золото Егира? Что того по десятке продам. Одну штуку, по-моему, мне сейчас хватает, да? Чего тебе, парень? 45 тысяч. Прочная свартельхеймская сталь стоит 25 тысяч. А нахуй. А, это десятка. Все, я понял. Да давай мягкую десятку продадим. И вот так. Не, вот так. Оп. Успешное улучшение. Так, ну я так солидно выгляжу, слышишь? Броня. Ебать. Перейти к гнездам. Это говно. Вот это вот надо поставить. Сюда мы поставим. Давай вот так. Да и знак следопыта кинем сюда. Сюда, что тут у нас? Перейти гнездом. Ага, это эльфы. Сюда можно кинуть вот так. Да и вот так. Здесь что у нас? Пояс. Так. Чешуя скованного.
Это что? Защита Эгиры. Сюда тоже можно что-то поставить. Ой, символ истины поставим еще. Там про огонь что-то смешное было. Ну да, оно у меня стоит. Так, Левиафан у меня на фул вкачан. Вот здесь пооткрывались новые улучшения. Стихийный бой. Пронзив противника в ходе атаки копье хаоса, удерживайте левую кнопку, чтобы пустить по цепи волну стихийной энергии. Ага, это накопление. Говно какое-то. Вот, это нормально. Ну и дешево. Ты вот это. Я, в принципе, много уклоняюсь. Так, ну сначала мальца надо вкачать на пол. Он такой полезный стал. Немножечко. Да, мне как раз ровно, наверное, на все хватит. Еще даже 1300 останется. Щит, можно что-то вкачать? Не хватает. Не, ни на что не хватает. Кстати, яростный бой. Может, мне его надо качать? Чтобы в ярости больше урона вносить. А ну. А как это? Не понял. О, в подпрыжечке. Нормально. Так, ну на этом мы, пожалуй, с тобой закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, и всем пока-пока. И на топ-хату.